После вечернего знакомства парень пригласил девушку к себе домой. Подходят они к его двери, и девушка говорит: «Хочешь, я тебе расскажу, как я определяю, хорош ли парень в этих делах?» Он: «Ну, как? Вот смотри, если он уверенно засовывает ключ в щелку, то он мастер своего дела. Ну, а если он ткает и не может попасть, то он недостоин меня». Потупив, выпучив глаза, парень залазит в карман, достает ключи, начинает их засовывать в щелку. Руки трясутся, вспотели, ключи упали. Он: «А-а-а! Пофиг!» Упал на коленки и начал лизать замочную скважину. Всем приветики, с хорошей, прекрасной погодкой, чтобы выходные прошли у вас замечательно. У нас сегодня снова жара, плюс 35 в тени. Вчера напрыгались, набегались с детьми. У нас здесь недалеко пруд открыли. Блин, народу было. Я думала, конечно, издалека кажется, как будто все. Я говорю: «Блин, наверное, будем стоя загорать». Нет, нормально. Такой песочек классный, у нас так все оборудовано, лежаки, зонтики, спасатели там рядышком. То есть даже до этого мы ездили, не было такого. Сейчас мы вот приехали вчера, прямо они так, смотрю, контролируют, прыжки в воду нельзя, и это по такой рации громкоговорителю говорили, такие катамаранги есть, красота, отдохнули от души, вода теплая, прям жарко, окунулись, как говорится, охладились. И снова на шезлонг, ох, полежали, отдохнули. Самое главное, дети. Все-таки во дворе, это во дворе жара, вот эта пыль, ужас, конечно. А там мы прям, ох, прохладненько, жарко стало, окунулся и снова на бережок. Поэтому как-то так. Хотела вам сказать, не забывайте, присылайте свои анекдоты. Ссылочки есть в описании под видео. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.